50 нарушений выявлено прокуратурой города в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Такой контроль сотрудники ведомства проводят регулярно. В 2019 году ими выписаны представления юридическим лицам. Также сотрудниками прокуратуры был проведен мониторинг интернет-сайтов. По результатам выявленных нарушений внесено более 15 представлений об устранении нарушений законодательства, которые в настоящее время все рассмотрены и устранены. Также вынесено два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, которое в настоящий момент находится на рассмотрении. Также направлено на мониторинг три требования об признании экстремистскими материалами и ограничение доступа к данным сайтам. Городская прокуратура проводит надзор и мониторинг интернет-сетей на постоянной основе. В случае выявления запрещенных материалов губкинцы могут также обратиться в прокуратуру.